Гимн России и Дагестана. Традиционную тишину и протокол сессии Народного собрания на этот раз нарушил спикер дагестанского парламента, выразив свое недовольство в адрес нескольких министров, которые покидают собрание до его окончания. Министру здравоохранения, культуры, образования вас не было на сентябрьской сессии во второй половине. Мы работаем, это наша работа, мы за это получаем заработную плату. Поэтому надо здесь находиться. Пока журналисты ждали появления в Рио главы республики Васильева и возможного представления нового главы кабинета министров, Хизриш Ихсаидов, как говорится, взял в руки кнут. Одна за другой пошла критика в адрес чиновников, в том числе и муниципальных глав, у которых, по словам Ихсаидова, количество замов доходит до 10 человек. И еще такие крайности есть. Вот я не знаю, кто это за эту работу отвечает у нас по кадрам. Вы посмотрите, в отделе муниципальных образований и министерствах по 6-11 заместителей. Чем они там занимаются? Не обошел стороной спикер и раздутый чиновничий аппарат. По словам Ихсаидова, по Махачкале чиновников было порядка 250, а стало 800. Для чего такая армия людей с таким дотационным бюджетом для республики? Но тут же Ихсаидов положительно отметил городскую власть, сказав, что в мэрии лучше стали реагировать на пожелания Белого дома. В пример он привел планы на участок около памятника Эфенди Капиеву. Вот по улице Гамзатова, то, что там возле памятника Эфенди Капиеву собирались строить там жилой дом или что-то, это все приостановлено, этого не будет. Там будет аккуратненькое какое-то одноэтажное, полуэтажное здание, которое будет там небольшое, а так вокруг будет сад, деревья, так я понял. Но здание там все же будет. Непонятно одно, какая разница, одноэтажное оно или многоэтажное. Люди! Ау! Ну кто так строит, а? Кто так? Критики на 13-й сессии подверглись многие министры и ведомства. То ли число 13 неудачное, то ли розовые очки спикера разбились, и он прозрел. Затронул Ихсаидов и кадровый вопрос. Пристыдил министров, которые трудоустраивают своих детей на госдолжности. Несколькими днями ранее спикер парламента жестко высказался о том, что охрана положена только главе Дагестана, и призвал чиновников обходиться без нее. Теперь молодого счетной палате создали филиал правительства. Вы посмотрите списки, кто там работает. Все дети, те, кто работает министрами, там что-то, они проверяют, будут их, что ли? Поднимите списки, почитайте, мне просто стыдно сейчас читать эти фамилии здесь. Сами же надо думать, надо прекращать эту систему. Она же во вред работает. Вот нашим менталитетом мы так далеко пойдем. Идите на выборные должности, создавайте производство, предприятия, малые, средние. И что такое? Ну давайте все начнем пользоваться своими креслами, везде будем пихать своих родственников, близких, родных. В самой счетной палате не спешили комментировать, чьи же фамилии в этом списке и для чего формируют второе правительство. Отговорились тем, что такие вопросы по телефону не задают. Такие вопросы задают, что неудобно отвечать. Даже. Результаты проверок и опросов пациентов в больнице Ногайского района удивили не только спикера парламента, но и отправившегося туда во главе с внушительной делегацией в Рио вице-премьера, министра экономики и территориального развития Дагестана Раюдина Юсуфова. Выяснилось, что там вообще нет лекарств. 167 миллионов рублей предусмотрены на оказание услуг по текущему году, из них большая часть уже поступила. Ну и, конечно, главный врач... Он уже ушел по факту отсутствия лекарственных средств и многих других вещей, там возбуждено уголовное дело. Отсутствие лекарств и хищение средств, выделенных в больнице, не единственная проблема в Ногайском районе. Другая проблема – 60 тысяч гектаров земли, которые пользуются хозяйство из горных районов. За аренду и использование этих земель, как оказалось, муниципальный бюджет не получает ни копейки. Эти проблемы ранее взбудоражили ногайское население, так что поднимали их на своем съезде. И эта территория, Ногайская, как и другие территории, от использования указанных земель не имеет практически ничего. Кроме нагрузки на саму территорию и на все другие вопросы, в том числе здравоохранение, образование, жилищно-коммунальные услуги и так далее. Действительно, правительству несколько вариантов разрабатываются по
возмещению расходов, в том числе от аренды. Традиционный правительственный час, в рамках которого выступил в Рио министр сельского хозяйства Дагестана Керимхан Абасов, вызвал непривычную активность депутатов. Парламентарии засомневались, по рогам или по головам считают дагестанских овец. Мы 100% гарантию, Минсельхоз, по данным, значит, которые получаем от личных подсобных хозяйств, гарантировать не сможем. Потому что за этот пост дают гарантии сельские советы, главы районов. Мы сможем гарантировать те хозяйства, сельхозпроизводители, которые от нас получают государственные субсидии. Тем не менее, выступивший следом в Рио премьер-министр Дагестана Абдусамат Гамидов также добавил, что прошедшая недавно всероссийская сельхозперепись подтвердила численность овцепоголовья республики. Все время возникает вопрос, сколько же там условно у нас мелкого рогатого скота. Вот недавно была всероссийская сельхозперепись, где государство потратило деньги, наняли людей, ездили они по районам и по головам, или по рогам, я не знаю точно, я не присутствовал, считали этих овец. И у нас официальная статистика говорит 5 289 000 мелкого рогатого скота. На сессии Народного собрания прозвучали и другие проблемные вопросы, в том числе водоснабжение города Кизляра, образование и низкая квалификация директоров школ республики, а также кадровая политика в муниципалитетах. Ведомство настоятельно рекомендовали согласовывать назначение своих представителей в районах с главами муниципалитетов. Проблем, как оказалось, много, однако Гамидов заявил, все обязательства, которые мы брали на себя, до конца года будут выполнены. Остается надеяться, что в Рио главы Дагестана даст Кабинету министров такую возможность. Атикат Магомедов, Гилач Курбаналиев. Специально для итогов недели.